Есть люди, которые другим помогают. Строят и кормят, и мир созидают. Я деньги отправил, но точно не знаю, на что мои деньги они направят. Вот так я случайно и стал экстремистом. Точнее, стал спонсором «Я террорист». Повелся на видео я в интернете, там были нуждающиеся в помощи дети. Фонд, что просил меня детям помочь, вымыслом был, прям как в фильмах, точь в точь. Лучше всегда проверяйте, друзья, кому верить можно, а кому нельзя.